Там, да. В принципе, неплохой. Я видел. Да он даже фиксировал, по-моему. Да, я фиксировал. Тушу-тушу. Наблюдал и фиксировал на видеокамеру. Олег, ты меня дергаешь, я человеку мешаю. Товарищ Шишков, извините, что, отвлекаю. Можно вызвать инспектора ДПС? Вот машины стоят на тротуаре, еще остались. Потому что... по порядку. Можно отреагировать на обращение? Потому что это может писать до бесконечности. Сейчас будем писать его, мое, тут много чего. А вы обязаны, потому что административное правонарушение – это важнее, чем заявление, которое, возможно, ничего не было в ваших действиях. Вдруг такое выявится. Алло. А можно сюда на место сотрудников ДПС вызвать? Отъехали почему-то, уехали все. Все разъехались? Да. И не оформили до конца... Подождите. Сообщаю, что не оформили до конца... До конца ДТП. ДТП. Юрий, спасибо, до свидания. И правонарушители еще стоят, по моему мнению, которых тоже не оформили. Вот, смотрите, сколько. Спасибо, чувствую. Давайте, спасибо, жду. Что, подъеду, да? Да. Спасибо. Да, спасибо. Так я в тот раз также попросил. Все, спасибо. Спасибо большое, да. Давайте, тогда мы готовы дать объяснение. Дадите номер. У кого у тебя бумажка? А, да, у Олега бумажка. Сейчас даст. Как автомобиль? Давай, выброшу. Все же. А, так, спасибо. Так. Саша дает объяснение по поводу того, что наезд совершил инспектор, ой, полицейский. Водитель, не надо по тротуару ехать. Здравствуйте, по тротуару вы едете, не надо, пожалуйста, заезжать. Вот, спасибо. Осторожней, машина сзади. Что такое? Снимите, пожалуйста, номер. Что снять? Номер. А, ну, а, спасибо, вы отреагируете, да? То есть как он заезжает? Все хорошо. Зафиксировал. Пойду выброшу. Ну наконец-то все меняется потихонечку. Как должно быть по закону изначально. А не как было до этого. Непонятно как. И непонятно что. Чудеса полные происходят. Зачем? А, да, он, кстати, препятствовал умышленно законным деятельности журналиста во полицейских. У вас, конечно, там не видно. Видно у меня все. Мы с вами были про спину, коллеги. А, про спину. Вот запись. Ну, у меня и была она видна, просто сейчас, куртку одел. Не видна, да, куртку одел. Ох, ёлки. Чуть не свалилась. Нина с надписью. У меня бейджик был. Надписью пресса. Телефон мне отдал? Не, держу. Ну, пресса. А, ну, так, отчей. Всего? Отреагирую? Движение. Сейчас вот посмотрю. На капоте. Так, нет, у меня, слушай, алло. Взял его. Здравствуйте. Так, взял его. Я осуществлял движение, везя его на капоте. Саш, у тебя телефон, Олег? Олега? Да. Наверное. Ага. А в краже меня заподозрил. Нехорошо. Девушка, здравствуйте. Не надо, пожалуйста, заезжать на тротуар. Здравствуйте. На тротуар не заезжайте, пожалуйста. Спасибо. Да, этот участковый сначала отказался принимать заявление. Говорил, что никто ни на кого не наезжал. 50 свидетелей было. Я не отказывался, а ушел за бланками заявления. Подождите, вы сказали... Вы сказали на видеокамер в прямом эфире, что у вас 10 свидетелей, которые видели, что никакого наезда не было. Все правильно, они все опрошены, как положено. Все правильно, у нас есть видеосъемка, все правильно. Я буду обязан при свидетелях, правильно? Заложенные, тогда донос надо привлечь. Все будут предупреждены, как хорошо, как вот, правильно, вот это четко. Ага, вот они, так, уехали, правильно. Смотались. Решили по-быстрому бежать. Не машите мне рукой, сами подойдите. Машет он мне рукой. Вставайте. И исполняйте свои должностные обязанности по закону. Пойдемте мерить вместе. Решил. Я не видел размеров. Меня участковый отвлек. Подождите, вы смотрели. Один размер.
Один размер, откон. Нет. Размер давайте увидели. Посмотрим, сколько там размер. Не видел я размер. Я вам говорю, не я видел. Говорю, смотрите, вот этих этих самых, как они называются? Так их могут сдвинуть, товарищ. Их могут сдвинуть завтра. А смотрите, дальше. Вот да. Козырек. Давайте померим козырек. Дома 3 метра. Давайте померим козырек. Я не видел. Общая длина 3 плюс 6, 24, 9, 24. Вот это согласен, размер. Все. Один. Не, подожди, там еще много. Куда вы пошли-то опять? Там еще много размеров. Подожди, там что еще. Вы еще хотите? Какой давайте раз? Посмотрим, что там схема. Вы, хотите вы бегаете размер? С ней, я даже не вижу, не могу ознакомиться. Вы мои права нарушаете постоянно. Вы что все время повторяете? Да потому что нарушаете вы мои права. Кто нарушает ваши права? Ну вы же уехали, не я. У нас заявки, понимаете? Какие заявки? Вы обязаны заявки оформить ДТП до конца. Вы уже оформили, понимаете? Вы не оформили, вы не создали. Вы объяснение не... написали? Справку ДТП. Вы объяснение написали? Справку ДТП. Справку. 12.27, часть 2, определение. За движение по тротуару мы покажем сейчас видеосъемку. На кого я должен писать? Просто на неустановленного водителя. Что конкретно? Давайте посмотрим. Еще? На неустановленного водителя. А куда вы? Конус возьмите. Или конуса не надо уже мерить? Я конус уже раз замерял. Что вы здесь-то мерите? Там ДТП произошло. Оно, может, криво стоит. Вы хотели расстояние видеть. Давайте посмотрим. Я же сказал, я с этим согласен. С 9.24 подождите. Вы при мне замерили. Все. Одно. Там много все. Расстояния. 9 метров вот это. Давайте вот, посмотрим. Вот 9 метров. Давайте посмотрим. Вы будете подписывать? Конечно. Я сначала ознакомлюсь, потом подпишу. Подходите к машине. Справку о ДТП. Я дайте размер. Куда бьет? Куда бьет? Упор. Куда бьет? Что в упор? 9 в 9 до сюда, а в упор 8. Это как? До сюда до куда? Я до ограничителя железобетонного. А еще плюс 3 метра. 8. Согласен. Давай. Товарищ инспектор, справку ДТП. Определение сначала, по 12.27. Сначала определение по сначала, за движение по трудам. Сначала я всем... сначала ознакомлюсь. Я сам приму решение, расписаться или нет. Не надо мне указывать, что мне делать. Давайте. А то указчики тут нашлись. Я сам вам буду указывать то, что вам делать нужно, а то не то, что мне нужно делать. Давайте. Ну, разрешите меня знакомить. Чего вы? Боитесь? В моих руках, конечно, боюсь. Давайте я знакомлюсь в ваших руках, если боитесь. Так, это что, 8,3? Да. Это что? Только что то, что мы мерили. Что это, 0,0? Вот это зачеркните, пожалуйста, распишитесь, то, что они действительно размер. А то непонятно, понамерили что-то. О, другое дело. Так, это что? 6,24. Согласен. 30, согласен. Это что? А, 22-й дом. Так, направление движения, да? Вот направление движения автомобиля с ваших слов. Так, все, да, согласен. Так. Козырек дома обозначен. Козырек дома обозначен. Все, 8. Газон. Все, согласен. Здесь, пожалуйста. Согласен. Запишите, пожалуйста, схему. Подожди, запишите, пожалуйста, схему. Все. Нет, вот видеокамеру сними. Я ознакомиться хочу со схемой. Вот в таком виде она составлена. Никаких исправлений. Смотри, единственное, что я ставлю, это вот пешеход-подпись. Все. Здесь товарищ, здесь, за определение купим. Да, давайте посмотрим, здесь. Что за код. Давайте. Справка. Определение. Да. Нет, дайте. Вы мне читаете. Дайте. Это вы мое читаете. Определение. Это мое. Мы расписываем. Когда распишетесь, будет ваше. Вы получите. Вопрос. Вот здесь закон. Нет, тот персональные данные особо не снимает просто. Сейчас. Давайте. Нет, да, можно персональные снять. Все, можно я знакомлюсь просто. Если вы не даете. 12.27. Согласен. Так, в результате получил. Не получил телесное повреждение. Зачем вы говорите? Я не знаю. Я не получил телесное повреждение. За телесное 12.24. Отправьте, пожалуйста, на другую статью. Я не получил. Я получил материальный вред. Я вам четко говорю. Где здесь написано 12.24 статья? Нет, а за телесное 12.24. Где здесь смотрите, написано? Что... Подождите, инспектор. Здесь написано 12.24. Инспектор, я вам говорю, не получил телесное повреждение. Я даже... Зачеркните, напишите. А, можно зачеркнуть? Да? И подпись свою поставить. Напишите, пожалуйста, получил материальный ущерб в результате ДТП. Нет, вместо телесного повреждения. И подпись вы свою поставьте. Это ваше постановление, а не мое. Определение точнее. И не надо так работать с гражданами, как непонятно с кем. Инспектора, вы не правы в данном случае. Потому что мы граждане, вы должны нас уважать, понимаете? А мы вас. А уважение вот как-то с трудом. К вам, например. И к вам тоже. То, что вы делаете. Кто так смотрит на меня? Мы будем друг друга пересматривать, что ли? Я просто не могу понять, что вы смотрите. Со словами. Знакомлю же вас, надо же. Почему? Я смотрю, что ли? Очень, да. Очень... Город Воронеж. Пристально. Так, город Воронеж, да. Хороший там, город. Все знают. Да почему, а как вы здесь остановились? У друзей? Да просто проезжал мимо, и завтра еду там другой город.
И что дальше? По каких друзей? Просто, ну, интересная ваша работа. Да, журналист работа у меня называется, понимаете? Взаимодействие с полицией написано в редакционном задании. А с вами не получается так. Взаимодействие. С другими инспекторами получается. Да, хорошо. Не, получил. Получил. Закончился стрим. А, ну. Запись. Не надо, пусть заряжать. Так. А, во, лейтенант Соловьев Роман Робертович. А лейтенант полиции Соловьев Роман Робертович. Уже все выяснили. Выявил. А, лейтенант полиции, подождите, это не управлял. ФИО виновника не установлен пока, да? Понял. Я думал, уже выявили, лейтенант. Так, не получил. А, телесное повреждение получил. Материальный вред. Ну так что написано? Получен. Ответственность предусмотрена частью 2. Все верно. Вскрылся, когда возбуди дело административного правонарушения. Копия выслана физическому лицу. Получил. Там надо тоже, да, расписано? Двух экземпляров. Да. Вот здесь, да? Да. Получил. Все. Фамилию рядом. Пожалуйста. Там не указано, что фамилия. Да, я укажу. Подпись. Если требует инспектор. Вопрос. Мне не трудно. Пожалуйста. Раз. Мой экземпляр. Да. А вот даже вас не ставят ни во что сейчас заезжают. Да, слушайте, Саша, не давай заехать. Это вам. Подожди, дайте. То есть вы не отреагируете? Так, это мне не получил, получил материальный вред. Все, 12 за движение по тротуару. Инспектора, за движение. Кому? За движение тротуара. Не установлен водителю. Я не знаю, какой водитель. Инспектор, справка когда ДТП. Будет, вот определение вам. Справка ДТП. Справки нет, никакой ДТП. А, сейчас сообразили. Согласен. То есть за движение. А видео будете смотреть, как он двигался по тротуару? А, все понял. Хорошо, всего хорошего, до свидания. О, какие инспектора. Посмотрите вы на них, ребят. Хотели уехать, все по-быстрому, там что-то сделать, непонятно что. А потом можно и любой результат сделать. Правильно? Какой захотим. Вот так нехорошо вести. А еще пожилого возраста. Еще пожилого возраста, говорят. Пожилого возраста, ты вы. Не, ну вы смотрите, вот вроде в возрасте. Лет 50, по-моему, вам, наверное, да? Примерно. И все по злому смотрит. Смотрите, как по злому смотрит. Недоволен, что заставили работать. Служить народу, выполнять свои должностные обязанности. Какие недовольны, инспектор, а? Нехорошо так делать. До свидания. А куда он едет, товарищ участковый? Можете? А куда они уехали? Участковый, можете установить, пожалуйста, личность водителя, объяснение взять и передать в ГАИ для привлечения к ответственности. Вот тогда документ. Ну, так я во двор еду, как я разберусь, там, если там... Он едет во двор. Саш, возьми, пожалуйста, по 12.27, наконец-то вынесли. Тебе? Ну, да не мне, тому, кто скрылся. Две маленькие девушки, жду спать. Я документы, можно покажите на видео. А может сказать, я требую документы. А что он делал? Отказ 19.3. Мужчина, откройте, пожалуйста. Бля, наглый таксист. Откройте. Встаньте, пожалуйста. До 15 суток ареста. Мужчина. Скажите требования, заявите и все. Документы ваши, пожалуйста, предъявите. Ничего. Документы, пожалуйста, напишите, что являетесь таксистом, да, ехали туда, да, все. Дальше уже там... Передайте, ну, дальше его личность, наверное, установите, да, и передадите в ГАИ, правильно? За движение по тротуару. Передадим, предполагается, в рамках правового поля в соответствующие органы, которые занимаются теми или иными нарушениями. Да, привлечением к ответственности в области нарушения правил дорожного движения. Я все правильно. Сотрудники ГАИ, я думаю, вот еще. Выявят. Есть здесь знак. Можно? Еще водитель движется по тротуару, заехал. 178. Ваши, сейчас у того тоже установим, если не съедет. Документы покажите и все. Так, инспектора непонятно, едут или нет. Инспектора-то где? А, нет, они составили. Те эти составили. Уехали? Второй раз. Приехали по жалобе, составили, да. Спасибо. Спасибо. Потому что спасибо. Была ситуация, чуть бабульку не сбили, тоже таксист. Она шла здесь. Я понимаю, это тротуар. Здесь нельзя парковаться. Извините, испугал? Извините, пошла. Да, не хотел, да уж он. Да, не, вы все правильно сделали. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Давайте показать. Да, давайте. Слушай, давайте. Люди, здесь вы заполняете сами свои руки, пожалуйста. Ну, нет, вы сами заполните, пожалуйста. Я только дам фамилию, имя, отчество и электронный адрес. Так, а здесь и пишется фамилия, имя, отчество? И электронный адрес я дам только. Прошу ответить по электронной почте. Да, ну, либо все. Адрес, либо электронный. Ну, да. Полагается. Горюнов Сергей Александрович.
Вот сейчас по закону начал работать участковый. Единственное, у него рабочий день заканчивается. Да какая разница, что у него заканчивается? Он обязан сделать до конца всю работу. Какой рабочий день? У него ненормированный рабочий день. Есть правонарушение совершено или заявление у гражданина надо принять. Если уже начал принимать. Понятно, что если он будет принимать в 10, то он не будет его принимать. Будете сливать? Нет, не буду. Не надо показывать паспорт. Не надо мне показывать паспорт. Не интересно. Шамардин Алексей Александрович, моя фамилия. Шамардин Алексей Александрович. Да, ну вот, товарищ полицейский, ознакомься, пожалуйста. Я же вам давал удостоверение. Нет, я имею в виду, чтобы у меня шам, чтобы не было там. Много раз просто. Да, пожалуйста, Александрович. Вы же как бы все можете прочитать четко. А можете сказать, почему вы не отреагировали вот на наше замечание, то, что ваш коллега провез на капоте меня? Смотрите, приличное расстояние. Вы не слышали или как? Ну, во-первых, я не расслышал, потому что я общался с гражданами. Отвлекся. А просто отвлеклись и, возможно, не видели, да? Да. А то, что крик тут шел, это тоже Я обернулся, увидел, как уезжает машина, после того подошел к гражданам, уточнил у них информацию, которая есть. Мы все они были опрошены, как вы сказали, доложенный донос будет все предупреждены. Дальше будет записано. Материал весь соберется, закуспируется, и будем разбираться, как положено. Все, понял. То есть вы как бы можете не заметили, да? Что ли, как человека везли? Да. А, понял. Нет, и поэтому. Не, смотрите, подождите, пожалуйста. Во-первых, я как вам сказал, что я стоял спиной, подошел вот к вашему. То есть вы разговаривали, были повернуты спиной, вы не видели. Стоял спиной, разговаривал с вашим коллегой. Я же вам показывал рукой. А рукой. Крик, слышали вы крик? Вот из того, что я увидел, и потом спросил у граждан, которые мне подтвердили, что этого не было, получается, расходится у нас показания. Для этого понял. Мы всех вызовем, всех опросим, будем разбираться. Понял. Пожалуйста. Видео же есть. Вот, понимаете, все разберемся, смотрите, как у вас полагается. Сейчас. Я понял. Там видео просто есть, со стороны снимал, как он вез. Дата рождения, пожалуйста. Я только дам электронный адрес, товарищ полицейский. Давайте адрес, пожалуйста. А куда он едет? Надо туда выезжать, что он через весь тротуар собрался. Или усложнить себе жизнь? Ну, давайте, пусть задним ходом едет. Зачем же обратно ехать? Да, выезжайте. Адрес, пожалуйста. Электрон, да, заводите, запишу, чтобы вам проще было. 10. Да. Можете вот так повернуть, пожалуйста. Вот так. Не, я напишу этот e-mail. Вот так. Ну, или так, где вы живете. Да, электронно, просто. Так. ПТМ. Так, таксист уезжает там. Участковый взял документы, все в рамках закона. Что, устали? А мы тут с утра. Могу дать. Мне жарко. Нельзя. Понял. А, да, нарушение на шине. Согласен. Мака. Собак переносится. Ну ладно, здесь. .ру. Все, наш надзор. Так, вот это вы, да? Это вы, галочка. Так, да. Это R. То есть, дайте, email, наш надзор. Воронеж собака.mail.ru, да. Да. Значит, во сколько это было примерно? Через часов в 6, полшестого. Вы приехали во сколько, вы помните? А? Точно не скажете. 18.00 примерно. Давайте напишем 18.00. 25 июня 2019 года. 18.00 25 июня 2019 года. Я увидел и участкового с нагрудным значком 010891. Напишу участкового полномочного полиции. Ну, вас только все увидел, да. Как ваша фамилия? Можете еще раз написать? Грудинин. Как? Грудинин. Вот Грудинин, участковый. Который при обращении не представился. Саш. Олег, смотри. Вот. На замечание о том, что он без головного убора вышел из машины, но на улицу не отреагировал. Так, который при... Сказали. Ну, при моем обращении. При моем обращении не представился. То есть я говорю, почему вы без головного убора, вы пошли дальше. Без значка, кстати, да, без значка зафиксировано, без головного убора. Ну, моем обращении к вам. Не представились, не были без нагрудного значка, без головного убора.
находились. При несении службы. То есть вы опрашивали людей в этот момент. После такой. Так, попросил. Слушай, а мы просили участкового отреагировать на нарушение правил дорожного движения водителя? Олег, не помнишь? Участкового просили отреагировать на нарушение правил? А, да, да, просили. Так, который не предпринял меры к нарушителю правил дорожного движения, который вез на капоте человека после обращения моего товарища Олега, ну, знакомого, да, тоже знакомого. Не предпринял меры к... К нарушителю, к остановке транспортного средства, к вызову инспекторов ДПС после того, давайте как... Все в порядке. Меры, да, да. К остановке... К остановке транспортного средства, на котором управлял полицейский, ну, то есть ваш коллега, который, к которому обратился Олег. Средства. Олег, а ты давал обращение, объяснение? Не, дай потом объяснение по поводу того, что ты вот говорил, да, инспектор. Который не допринял меры к остановке транспортного средства. Да, который вез человека на капоте, ну, который допустил на дорожно-транспортное происшествие на тротуаре. И даже после обращения не вызвал инспектора ДПС, что должен был, обязан быть незамедлительно сделать. Написали, который, да? Вез человека на капоте. На капоте, да. Меня на капоте. Ну, меня с Шамардиной. Который вез человека на капоте. Да, так, меня, меня. Так, не предпринял попытки вызвать инспектора ДПС на место наезда на пешехода. Меры к вызову ДПС. На место наезда на пешехода. 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 И несколько раз не обратил внимания. Раз не обратил, не рассмотрел обращение по поводу того, что, ну, обращение было по поводу нарушения водителями, заехавшими при вас на тротуар, правил дорожного движения. Ну, то есть, когда вы первый раз приехали. А что это полицейский без нагрудного значка? Не подскажете, это ваш коллега или кто это? Не очень понятно. Да, на замене мне его сказал. Что он? На замене? На замене. Тогда, наверное, можно. Там документ какой-то должен быть, да? То, что на замене. Он предъявил. А, все, предъявил. Можете подойти, спросите, он предъявит вам. Сейчас по требованию гражданина мы представляем. Ну, да. На нарушение... Так, нет, мое обращение о нарушении правил дорожного движения, так сказали? Товарищ полицейский, а можете подсказать, пожалуйста, почему вы без значка вот на службе находитесь? А я не хочу, чтобы вы меня снимали. Ну, это вы дома и будете запрещать. Это я не дома буду запрещать. А где? Ну, где это в законе о полиции написано, что можно снимать? Ну, открытая работа полиции, гласная. Вы подменяете понятие. Нет. Там не написано, я можно не подменяю. Снимать. Я не подменяю. Подменяете. Вы препятствуете закону действий журналиста. Я вообще, вы не представили, что вы журналист. Я журналистом являюсь, представляюсь вам. Выполняю редакционное задание. Очень есть, есть. Нет, удостоверение. Какое? Есть удостоверение, я предъявлял. Да я не против. Чисковым. Вы могу мне вам предъявить. Предъявить. Какую прессу вы представляете? СМИ «Росдержава». Московская СМИ. Зарегистрирована в Роскомнадзоре. Независимая правила СМИ. Правила дорожного движения дальше. Так что, значит, товарищ полицейский, можете отреагировать, пожалуйста? Я за вам обратился. А где ваш нагрудный значок? На замене. А, на замене. А есть документ, который подтверждает то, что у на замене? У меня удостоверение есть. Не, подождите, вы говорите на замене. Вот находитесь, вот как бы, если бы не на замене было, при исполнении своих обязанностей с нарушением ношения формы. Вот вы говорите на замене. Как гражданин может убедиться, что вы полицейский? А не просто человек форму, которую купил. Под удостоверение. Только под удостоверение. Ну, удостоверение тогда. Хорошо. А у вас не выдается документ, не предусмотрен законом, чтобы когда на замене вам дают документ какой-то. Нет. Вам не давали. Не предусмотрен закон. Мне не выдали пока. Вам не выдали. Все, понял вас. А можете показать, пожалуйста, удостоверение, чтобы мы убедились, что вы полицейский. У нас есть пресс-служба. Я к вам никакую интервью не беру. Ну, я пытаюсь обращение к вам я направить. Я понимаю, вы берете интервью. Нет. Потому что вы мне уже несколько вопросов задали. Обращение, говорю. При обращении вы обязаны представить. Я вам уже несколько вопросов ответил. Хорошо, можете представиться, пожалуйста. Да, старший участковый 29-го отдела полиции. Очень приятно. Спасибо большое. Владимир Евгеньевич. Спасибо большое. Достаточно.
А вот этот полицейский, ваш дорогу. Коллега, может просто подтвердить, как бы. Да? Да? Является. Все. Спасибо. Правила дорожного движения. Да, нарушение правил дорожного движения водителями. Ну, при вас они совершались и не отреагировали вы на мои обращения. Ну, то есть, как бы, не рассмотрели. Да, я написал, который не принял меры. Ну, все, к вам никаких. К вам никаких. А, это, наверное, старший участковый. А, ДПС сейчас, подождите, сейчас. ДПС же надо вызвать. Здесь написано собственноручная подпись и вот здесь. А это не было. Как я собственноручно мог написать? Ой, с вами было написано верно, да. Но прочитанная подпись. Здесь привычка, да, ничего. К этому к... с объяснением. Слов записано верно. Да, можно вот так вот, можно вот так вот подержать. Вот так. Вот. Записано верно. Верно мной. Прочитано. Вот здесь вот фамилию, дату, подпись, таблан. А, вот. Объяснение? Все. Объяснение давать не буду. Отказался. Напишите на бланке, что от объяснения отказывается. Оно прилагается. Да. Все, а, потому что я просто что все факты изложил в заявлении. Вот так а, вот. Давайте, да. Олег, можно еще опросить? Он просто к вам подходил непосредственно, требовал. Как бы. Ой! Нормально. Куда смотрит водитель? Вот так заезжать на тротуар нельзя этого делать. Некрасиво. Товарищи участковые, старший участковый и участковый, можете вызвать, пожалуйста, инспекторов ДПС? Вот здесь вот водитель еще остается на тротуаре стоят. Ну где они? Они оформили ДТП и уехали. Инспектор ДПС вызывал, ой, участковый вызывал, не приехали. Сейчас минуточку вызовем. Да, просто вызовите, пожалуйста. Сейчас, мы здесь, надо закончить до конца. Вот это вот. Так, разбираться. Это наше объяснение. Да. Да, сейчас покажем, как это было, как кто вез кого. О, смотрите, что происходило, полицейский что творит. Смотрите, что делает. Это полицейский вот делает. Сейчас поедет с большой скоростью. Смотрите, смотрите, когда я журналист. Вот, смотрите, товарищ полицейский. Это я. А это полицейский. Не важно, проезжая часть. Да, он едет по проезжей части чистой, по тротуару чистой. Это понятно. Смотрите. Едет. А вы говорите, смотрите, что делает. Смотрите, ваш коллега, что творит. Ну, вот, сначала, давай посмотрим. А? Прекрасно? А, вот так вот, прекрасно. Вы думаете, что просто так, что ли? Так что, граждане, вот смотрите, начал давить. Смотрите, едет и давит в наглую, смотрите. Смотрите, едет и давит в наглую, и повез на капоте. Все. Это беспредел полный, то, что делал ваш коллега. Вот номер, все есть. Видите, дальше я пытаюсь упереться, остановить. Он едет, движется с человеком на капоте. Смотри, что творит. Да, да. Вроде все, я решил спрыгнуть. Вот и все, то, что было. Вот ехал прямо вот здесь, посередине. Вот здесь вот ехал. Вот здесь вот. Вот. А, вы пошли. А, инспектор ДПС вызовет ваш коллега? А, все, спасибо. Спасибо, до свидания. Благ тебе. Вот так вот, коллега. Который наехал, что ли? Нет. А, другой? Просто товарищ. Он там не на место. О, отлично, нажали. Так, участковый изменился. Начал работать по закону. Представляете, что произошло? Да, просто мы будем вызывать до того, как порядок не наведем, либо нам схему не покажут, что здесь придомовая территория. Вот и все. Так же, как примерно произошло на Пулковской. Вчера. Да, вчера. Так, все, у Олега берут объяснение по поводу наезда. Ну и будем ждать ДПС еще дальше. Заявление написал? Да, написал. Я и ДТП оформили по закону, вернулись, они хотели по шумок все сделать. Ты представляешь, что творят? Я потом возьму. Выброшу бутылку. Ужас! Беспредельщики. Вот так беспредельщики делают. Вот это местечко, Чуйка, да? Ага, вообще. Из-за этих. Вот этих вот конструкций, которые здесь. Вот этих вот. Хорошие, ну куда они делись? Я не знаю, может вызвали куда. Я же не... Вот, звонит.
Я же не могу за них как бы это отвечать куда-нибудь. Понятно, кто звонит. Так. Понятно. Так. Сейчас эфир возобновим. Не слушает. Рано заезжает. Съезжает. Все. Так, еще один водитель пытался заехать и съезжает. Саш, давай, правильно, самая лучшая инспектор ДПС. Ой, это очковый. Возьмет документы, это самый лучший вариант. Ну, съехать ему целесообразнее сюда, потому что там дол через весь тротуар. Вперед, да? Да, ну, конечно. Зачем давить людей опять? Поставят? Поставят. Мне напишут, поставят. Спасибо. Хорошо. Все. Взял документ, отреагировал. А вы какие? Мы адекватные люди, вы сказали. Адекватные не заезжают на тротуар. Да ладно, вы едете? Да. 100%. Это что, жилой дом? Это же как магазин приводит продукты, чтобы вы выездили? Магазин отступает. Правила ДПС, почитайте, там написано. Отступает, ну, пункт 9.9, предусмотрено. Правила, я спрашиваю, что жилой дом? Что здесь? Это что, часть жилого дома? Я просто вообще просто для себя. Это часть жилого дома? Непонятно просто. Непонятно ничего, что здесь. Что хотел сказать человек? Кто-нибудь понял, нет? Я нет. Да. Товарищ Сков, АДПС. Можно еще раз, пожалуйста, скажите, не приезжать, что-то надо с этим делать. Если можно, пожалуйста, последний раз. И все, мы вас не имеем права больше задерживать. Рабочий день завтра. Ну да, это вроде. Это ваш участок, да? Ну, конечно. Да, это можно. Здесь. Видите, какая проблема? Проблем существует. Сотрудники ГАИ подъедут. Ну все, да, так некрасиво тут. Сказали, сейчас едут. А, едут, да? Едут, да. Все, сейчас спасибо. Хорошо. Да, посмотрите, оказывается, участковый вполне адекватный полицейский, который сразу вот все говорит, видели граждане, что вас никого никуда не везли. Оказывается, видео есть. Как же так получается? Ну, значит, надо разобраться, правильно? Если мы снимаем на видео. Нет, если мы на видео снимаем, значит, надо разобраться, есть ли оно или нет, правильно? Согласен. Видеофиксация здания здесь тоже. Да, тоже есть видеофиксация. Смотрите, сколько. От камеры, начиная от этой. И везде. Он только видеофиксация одной камеры полно. Просто нет. Не берет, да? Ну ладно. Ну ждем. Будем вызвать. Все, до свидания. Все, участковый все принял и уехал. Конечно, свобода. Вы с коляской гуляете, да? С коляской, о, да. Отлично, да, отлично. Поддержите или против нас?
Почему против? Ну, вообще свобода. Ну, то есть вам нравится, вот, то есть хорошо. Парковали раньше с обратной стороны. Ну, нельзя нигде вот парковаться здесь. Нигде вообще. Заборчик, да? То есть вы сейчас вот этих тоже будете? Сейчас инспектор ждем. На окончательный рывок. Вроде едут. Ясно. Просто нам многие говорят, что здесь прилегающая территория. Многие говорят, но никто еще не показал ничего. Когда покажут, то вопросов к ним якобы не будет. Якобы типа 5 метров. 3 типа 3 метра, да? 3 метра? Или 5? Ну, я думал 5 метров. Мне сказали, что по границе дома якобы. Ну, просто болтовня. Ну, сказали как. Это бред. Как я могу, вот, как водитель, ехать о границе дома? Ага. Что, у тебя же есть интернет? На кадастре глянь. Что там? Нет. Ну, ладно. На кадастре мы же смотрели. А, да, там по границе дома, да. Счастливо. Да, спасибо, всего хорошего. Там еще следующий через дорогу. Полно всего. Там, видите, там отростка есть, она как тротуар может работать. А, там есть, да? Там следующий, вы говорите, через... Понял. Да, 9 метров. То есть от Томаса даже ничего... Зря Майорш вообще не надо было пускать. Да там этот подошел. Пришел, мы его поджали и не туда, и сюда. Да, давай заново. Я понял. Вот, и уже и ноги не бегают, и кричать не будешь. Так, дежурную часть еще раз звоним. Московское отдел полиции. Пока мы можем дозвониться. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот на Кузнецкая. Кузнецовская. Да. Кузнецовская 22. Скоро инспектор ДПС приедут. Что? А, узнайте, пожалуйста. Да, можно, пожалуйста, поторопить. Мы просто очень устали. Алло. Ага, спасибо большое, до свидания. Вот так, дрозда вставили, по-другому стали разговаривать.